Потом вы вызвали милицию? Да. И так часто бывает? Ну, часто, но я буду каждый день вызывать. А почему они вас снежками кидают, вы не знаете? Они только вам кидают в окно? Да, больше никому. А почему вы не знаете, почему они это делают? Не знаю. Не злятся на вас как-то или почему это, не знаю? Не знаю, понятия не имею. Постоянно они то в двери постучат. И убегут, да? И сразу убегают на пятый. Ну, мама больная. Тебе надо, ну, тоже покой. Вчера все не выдержала. Милицию вызывала. А вы до этого вызывали милицию куда-нибудь? Да. И они не ловили, да? Нет. Я им заявление подала. А вы вот вчера видели, вот прямо как патруль приезжал, как их ловили? Да, и стоит на улице выскочила. Мать на меня и Данилина высокая. Я тебя задушу своими руками. А вы вот, когда милиция приехала, вы видели, что они детей ловили? Они их как-то вот обижали, не знаю, потому что... Куда один? Четырегодником мальчику. Тоже с ними. И заодно. Они подъехали, они как увидели, что не едут, они дёргу дали, а мне ещё нет, где мне дурак. Говорю, они туда побежали, туда, а медицина и сюда поехала. Чтобы и схватить. Почему-то вот они подъехали. А как вы считаете, они то, что заслужили, получили? По соседу. Повады на него.